Разбился, выпав из окна. Во Владимире сегодня погиб ребенок. Ему было 2 года и 7 месяцев. Сценарий все тот же. Мама с младшим ребенком вышла на кухню, а старший малыш забрался на диван, который стоял у окна, сумел открыть створку и упал с высоты 5-го этажа. В результате ребенок погиб. Сейчас следователи проводят доследственную проверку. В региональном следкоме приводят неутешительные цифры. В текущем году это 6-й случай, когда при схожих обстоятельствах дети выпадают из окон. 4 малышей получили травмы, а 2 погибли. Это ответственность родителей. Только родители могут приобрести замок детской безопасности, установить у себя на уже существующих оконных конструкциях. Вот если бы на проветривании окно находилось, но при этом было бы снабжено замком детской безопасности, ребенок бы ни при каких обстоятельствах не смог открыть окно.